Я делаю зелье, как ведьма. Да. Это получилось лужа зеленой слизи. У нас в лесу слаймов нету. Одни мухоморы. Вот такие он издает звуки. Хрюкает, как свинка. Всем привет, друзья! Вы на канале Обнимашки с Машей. Привет-привет, друзья! Ну что, Машунь, чем сегодня займемся? Что сейчас модного в мире детей? Сейчас очень модны слаймы. Давайте приготовим слайм. Слаймы? А что это такое? Это антистресс такой. Да. Друзья, мы когда-то делали уже слайм. У нас не получилось. Смотрите, как это было. Сумасшедшие ученые. Так, сумасшедшие ученые. У тебя уже лизун убегает на стол. Смотри, как у лягушки. Лапка с перепонками. Получилась слизь. Нет, это получилось лужа зеленой слизи. Вот такой вот слайм, который у нас не получился. Но сегодня мы решительно настроены, да, Маш? Да, сегодня у нас точно получится слайм. А если не получится, то позовем ведьму. Она нам поможет. И что нам понадобится, Маш? А ну расскажи. Нам понадобится пена для бритья. Так. Всякие пигменты. Красители разные. Да, мы еще посмотрим, каким мы его покрасим. Клей ПВА. Клей ПВА. И тетраборат натрия, разжиженный с водой. Где он у нас тут? Мы его набрали в шприц. Так, что нам еще понадобится? Нам понадобится огромная миска. Да, Маш? Да. В которой мы это все будем размешивать. И ложка-поварешка. Ну что, сейчас я это принесу. Вот в этой тарелке огромной мы будем делать наш слайм. Для начала выливаем клей. Так, давай, Машунь. У нас 3 тюбика. Лей, не жалей. Первый мы залили, теперь заливаем второй. Так, Машунька, давай. Отлично. Вот. Вот как он льется хорошо. Свеженький. Отлично. Давай последний, третий. Заливаем третий. Так, буль-буль-буль-буль. Он хрюкает, как свинка, Маш. Мы вылили весь клей, теперь нужно добавить пены. Пену мы добавляем чуть-чуть больше, чем клея. Да, друзья, сейчас мы будем добавлять эту пушистую белую пену. Так, Машуня, давай, дави. Вот как она пошла. Отлично. Такая беленькая, пушистая. Отлично, Маша, хорош, я думаю. Хватит. Да, я тоже думаю, что хватит. Теперь это нужно все тщательно перемешать. Где наша лопатка? Вот такая, с 3 зубчиками. Ого, какой большой слайм. Отлично. Немало пены, Маш? Нет. Немало? Ну хорошо, давай все тщательно перемешивай. Я делаю зелье, как ведьма. Да. Маша варит зелье. Только ингредиенты какие-то странные. Клей ПВА, пена для бритья. Огромный слайм хочу. Так, я хочу огромный, Маш. Ну что, тщательно перемешала? Да. Молодец. Теперь будем добавлять тетраборат натрия. Ну, давай, Машунька, аккуратно. Аккуратненько, и нужно будет хорошо его размешать. Так, масса начала загустевать. Но мне кажется, нужно добавить еще тетрабората. И мне так кажется. Давай. Ох, уже даже тяжело мешать. Уже получается слайм настоящий. Что, загустело оно, Машка? Смотрите, да. Оно уже превращается в один целый комок. Видите, отстает от стенок. Ну что, Маша, как ты думаешь, получится у нас или придется ведьму звать? Получится. Получится. Если долго мучиться, да, держи миску, да, чтобы она не улетела. Ох, не улетай, миска. Мы уже отложили лопатку и месим его руками. Как он приятный, друзья, на ощупь. Мягенький. Еще немножко липнет к рукам, да, Маш? Нужно его вымесить хорошенько. Маша, ты там не залипла с этим слаймом? По-моему, залипла. Она даже папу не слышит. Он убегает из рук, друзья. Смотрите, какой. Вау! Ой-ой-ой. Липнет к рукам еще немножко. Давай хорошенько вымешивай. Подними его еще раз, покажи. О, друзья, смотрите, какой. Вау! Ну что, подвеселим его немножко? Да, давай. Какого цвета краску возьмем? Давай красного. Красного? Ну давай, отлично. Вот этот цвет, Машка. Да.
Давай, мешай, мешай, отлично. Красненький, красивый. Так, Машуня отлично все перемешала. У нас получился малинового цвета. Очень красивый. Сейчас мы на него посмотрим поближе, да, Машуня? Да. Ну, покажи его нам ручками. Я думаю, уже не пачкается. А, вынимай его. Ух ты, смотрите, какой он. Вытащи его весь. Вау. Вау, огромный какой. Такие он издает звуки. Хрюкает, как свинка. Я поделаю. Ух ты. Очень приятно. По-моему, пора его уже переселять из этой тарелки. Да. Мы его переселили на плоскую тарелочку. Очень аккуратно, чтобы он не убежал на стол. Когда я потрогаю. Ой. Ой-ой-ой. Друзья, очень приятный, да, смотрите какой. На цвет какой. Так, похоже, Маша с этим слаймом залипла надолго, друзья. Уж очень приятно с ним играться. Привет, ведьма! Привет, привет! Я слышала, кто-то меня здесь вспоминал. Да, это я вспоминала. Было дело, да. Да. Мы тут слайм делаем. Какой такой слайм? Я вижу, у вас какая-то большая малиновая жвачка. Это не жвачка, ведьма, это слайм, такой слайм. Антистресс. Да, антистресс, ведьма, ты что, не модная совсем? Хе, конечно, не модная, у нас в лесу слаймов нету, одни мухоморы. Хе-хе-хе. Так что, чего хотели от меня? Когда-то мы уже пытались его сделать, этот слайм, эту игрушку антистресс, но у нас не получилось. Да, не получилось. И в этот раз мы решили, если не получится, мы позовем тебя. Тебя, да. Но мы справились, да, Маш? Да, и получился классный, красивый и большой слайм. Да, отличный получился. Хе-хе, ну молодцы, молодцы, что справились сами. Мне этот слайм очень понравился. Такой мягенький. Хе-хе, растягивать можно, нервы успокаивать. А то я на старости лет совсем вспыльчивая стала. Маш, что думаешь, дадим ведьме поиграть немножко? Дадим, конечно же. Так, ведьма, нервы дело серьезное. Бери и успокаивай их, а мы себе еще сделаем. Ой, как успокою нервы, буду только добрые дела делать. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну что, друзья, мы отлично потрудились. У нас получился классный слайм. А сейчас мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Обнимашки с Машей. И всем пока, пока-пока. Люблю, целую. Кому понравился наш слайм, ставьте лайк. Пока-пока! Пока-пока!